Звіздан Динамо буде 6 часов. Жанов, да? Это Кривога? Жанов на первой минуте, потому на 18. А Кривога? Да. А кто? Киев. Киев. 6 часов. 6 часов. Было 5. 6 часов. Целую кучу результатов. Не начали. Я пошел, все, давай. Стоило ехать? Мне сколько должен быть? Стоило идти тогда? Мне сколько должен быть? Ну, привет. Я не сюда. Давай, Реал! Самое Это у него комбинировано. Зачем от Гуленко поставил старт? Я еле очухал, сам его старт поставил. Что это, косточка? А что ты не убегаешь? Это два раза не убегаешь. Это этот, слеп. Ну я же говорю, косточка. Лёд, поближе, лёд! Лёд! Прошел бы сам, Паша. Ай-яй-яй-яй-яй, ножка! Блин!
А где их директор? Ну, фронтально выйдет. А, где? А, где? Сначала уже. Когда он фронтально выйдет. А что, он же свитер, А каждый за себя. Я утром еду, слышишь? Утром еду в 8 часов на Жуковского стоят, на Большой Арнаутской стоят. Сейчас от меня по 3-4 человека. Я оттуда самое, боятся провокации. Возле дома возле облсовета принимал парад. Вижу, быстро выдвигайся. Нет, флаг поднимал. Отдал пасынка. Там военный оркестр играл. Там целое это самое почетное караул. Вот чтобы они забили. Вчера Александр Ястермаколем один агент сыграл. Они вообще в угрозе стоял. Ай-яй-яй! Неправильно бросил. Покажу фамилию на студентов. Это такая ранка, на кубок можно было их. Валя! Это Серега знает. Вома! Хорошо! Молодец! Это тобой электронный. Ай-яй-яй!
Я сам. Ну! То было уже Спокойно. Отлично. Кутовый. Принимает фильм. От ворот до ворот.
Я смотрю на то, крути ворота! Палець приймав апарат, от через дня прапора. Бігучий прикольний був. Чи там аккуратно, що ж, кроме сьогоднішнього шоу, бачимо, що ну як, вже погодна лодка вже. Яка Запорожня? Уже ж пару цих самих тральщиків пригнали з Севастополя. Так що там 3-4 судна є. Може вертольот, може вертольот є. Так вони там маневри будуть. Самольоти, видиш, отказались завтра, щоб самольоти літали, бо осталось полтора. Завтра ввс з України. Ну я ж говорю, полтора осталось, але ще я тебе не дай. Вже вертольоти нам будуть. Вже вертольоти туди послати. Да, наверное, это самое. Эти донецкие приехали постоянно. Не, ну не Спартаке поле там уже Ай-яй-яй, спокойно!
такой момент. Коваленко. Кто-то бежал, чтобы ударить. Да, свалился с ноги. Свалился, да. Видать, на крочку попал. Да. И на вторую, и на третью. Ну, вот, вот так вот я стою. Будем думать, что я буду. Будем думать, что мяч урожай. Вот так и рассказывай. Убегайте, Макс! Максим! Точно с тем? Да? Да. Опа-опа! Опа, Тулечка! Ай-яй-яй! Вот, кто будет выбегать? Сюда! Ай-яй-яй! Да что ж ты делаешь, блин? Давай, Это же последний, который в Динамо Киеве.
Его надо держать, он уже нападающий приходит. Все, удар поставлен. Им надо аккуратно. Смотрю лицо Встречайте его кто? Во! Вот к ней! Ставь, ай-яй-яй! Давай!
прикольно, коли десь це сам. Парма не проіграє, то виконати, що буде. Вийти ковбою в голову. Смотри, вже три моменти було, 10 днів. Поводом. Ай-яй-яй! Люди прибрали! Опа! Опа-па-па-па! Гельзенкий. Взяв, встречай! Фу! Опа! Какую бабочку! Какую бабочку! Потому что встречать надо. Сами себе привезли его. Ай-яй-яй. Привет, был где-то, я был рядом. Никто же не встретил. Да, рядом, я был в Алтарии. А в Алтарии наши почему-то не видели. Конечно, вот так. Выходи, выбивай. Их не учат, наверное. На выход. На 34 минуты заговорит официальная отборная парня. Забил номер 21 и 7-1. Там покупили. Дали ударить. Второй раз подряд. Атака! Ай-яй-яй! Не в ту сторону. Ну, встречайте, блядь. Можно играть. Такие ошибки можно. Элементарные. Вот и все. И моменты свои используют. Продолжай, Олег, ничего, продолжай! Ай-яй-яй, жовтий гарчишка. Субтитры создавал DimaTorzok.
Какая организация, вот такой результат. Куда я знаю? Я на внутреннюю какие-то тренинги. Прях вы представительный. Старебный старший. Старебный старик. Я думаю, как он так мог выиграть. Выдвигайся, выйти, выдвигайся. А вы с ничего не можете? Ай-яй-яй, штаны порвало. Что ж это будет? Что, пока не известно? Да, это я делаю. Вот не! Я подумал. Да,
Молодца! Однозначно. 40 куда? Еще 5 Вноси! Всем один. Мы не Европу. 1-1. Не, 1-1. Вот и Европу. Нет, это не судья не дал. Карточку ему! Однозначно! Был написал, был в КАБЕС,
потом это самое, когда Сентуарь, Гусев, еще кто-то, Суслов, когда пришли в Черноморье, вот он так сам сколько лет был там, первый раунд, вот. Он уже не знает.